Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Сегодняшнее видео будет о покупках, о таких женских, о таких нужных, о таких, ну, просто самые женские покупочки. Итак, пойдемте посмотрим, чего же я накупила в этот раз. Моя первая покупка. Сейчас его себе приобрела после того, как здесь вот в салоне попробовала, ну, что-то наподобие. У них, конечно, более профессиональное, но я приобрела себе такой более домашний компактный вариант. Довольно очень, использовала уже два раза. Также купила его на подарок кому-то, не знаю еще кому, поскольку аппарат действительно стоящий. Так, и что же здесь есть, девочки? Смотрите, во-первых, ну, вот он заряжается, что и работает от автономной батарейки. Затем вот здесь вот такая вот ванночка, которая вот здесь вот она идет, как бы так вот бульбочки такие. Ой, пузырьки, по-украински говорю, бульбочки. Пузырьки, и как бы, когда вы кладете ручку, то очень-очень приятно, как будто бы гидромассажная ванночка. Не просто вот как водичку наливаете, и она еще и подогревается, эта вода. Так, вот здесь вот, вот такой вот вентилятор для того, чтобы сушить ногти. Буквально, я не знаю, наверное, 2-3 секунды достаточно, чтобы лак на ногтях высох полностью. Затем вот это вот все закрывается, естественно, плотно. Так, сейчас я вот это уберу и покажу. Вот здесь вот несколько вот таких вот штучек. Это для педикюра. Вот это вот, ну, для маникюра и для педикюра. Вот этой вот штучкой тоже можно вот прекрасные насадочки, прекрасно вот пяточки шлифовать, вот шлифовальные такие вот есть. Все, 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 все. Машиночка практически без звука. Вот сейчас я включу ее. Вот слышите, практически не слышно. У меня в салоне довольно-таки звук существенно слышен. Это же она не раздражает и практически не слышно. В общем, вот такой вот наборчик. Вот так вот он выглядит. Ну, короче, я очень довольна. Даже вот маникюр и педикюр. Здесь две скорости у машинки и 12 аксессуаров. Рада очень. Советую, если у кого такого нету, то советую купить. Очень хорошая вещица. Две вторые дамские штучки, которые тоже очень-очень нужные. Я купила вот такую вот. Это дорожный вариант у меня будет, поскольку очень удобно, что все две в одном. И щеточка, и камушек. Что брать с собой в путешествие, поскольку мы любим путешествовать, это очень удобно. А не брать и щетку, и камушек. В общем, вот такая вот тоже для маникюра, для педикюра, ну, в общем, для ножек и ручек. И купила вот такую вот баночку. Тоже мне очень нравилось, у многих подружек такие есть. Вы наливаете внутрь, вот туда, вот они Сефора продают, Буржуа, уже с готовым, жидкость для снятия лака. И также вот, поскольку вот, например, мне некоторые жидкости не подходят, я предпочла купить просто баночку. Там вот видите, вот такие штучки, я еще не открывала ее. Заливаете туда жидкость для снятия лака, опускаете пальчик, и вот через минутку уже все там, ну не через минутку, тут написано там несколько секунд, и все уже готово. Что тоже считаю очень-очень нужная вещица для женщины. Следующее в моих покупочках это вот такие вот подарочные наборы, тоже недорожного плана. Видите, здесь вот идет, а здесь не видно, косметичка внутри и наборчик зеркальца и наборчик для макияжа. Тоже один взяла себе и один взяла кому-то из девчоночек, моих любименьких подружечек на подарочек. И тоже, вы знаете, все над кисточки натуральные. Конечно, там это не супер какие-то известные марки, но я считаю очень удобно. Кисточка, вот она закрывается вот таким вот, как в пенальчике получается крышечка. У нее зеркальце тоже получается, закрывается. И, ну, самые необходимые кисточки для макияжа. И еще будет у вас там вот такая вот прелестная косметичка. И затем вот, вот такая вот машинка для ухода за кожей лица. Сейчас я достану и покажу, что это такое. Дело в том, что когда я посещаю салон, они делают чистку лица вот такими вот аппаратиками. И как бы я купила себе, чтобы... Ой, выпали у меня вот эти штучки. Сейчас достану, чтобы делать уход дома. Здесь вот такие вот они, как шлифовальные есть. Для массажа насадочка, видите. Потом вот такая вот эпонжик, чтобы снимать макияж с лица, тональный крем, пудру. Вот такой более грубый, это чтобы снимать маску. И вот такой вот для пилинга. Вот сам аппаратик вот такой вот,
тоже попробовала, девочки, вещь, конечно, шикарная. Посмотрела, я смотрю, как он, Happy Lady называется. Ну, не знаю, это тоже не очень знаменитая марка, но, как бы, чтобы попробовать, и если мне не понравится, то всегда можно купить что-то более известное. Но мне кажется, вот такие все препаратики, они все действуют по одинаковому принципу, так, поскольку насадочки практически у всех одинаковые, разница только в цене. И поэтому я решила, зачем платить больше за цену, название марки, чем можно купить вот такой вот наборчик. Тоже вот эта штучка, она легенькая, приятненькая, ну, в общем, вещь тоже замечательная, уход за лицом просто супер. Особенно советую тем, у кого кожа проблемная, жирная, склонная к прыщам. Просто замечательно. Ну и девочкам, кому за вот этот вот массажный, вот они вот вращаются, вот эти вот штучки. И как бы для кожи лица тоже вот такой вот массаж очень-очень приятный. На небольшой скорости личико прорабатывается очень хорошо. Кожа вместе с, если использовать с лифтинговым или каким-то питательным кремом, кожа очень хорошо подтягивается. Так что приобретение тоже чисто женское и тоже довольно-таки нужное. Вот эти приобретения, это больше такие женско-хозяйственные. Это все благодаря Леночке Бойцовой, которую я смотрю с удовольствием. Мне очень нравится то, как она наводит порядок в доме. Дело в том, что она очень часто использует практически везде вот такие вот контейнеры. Я уже показывала, что я купила черные контейнеры для более крупного белья. И я купила вот 4 таких вот не очень больших контейнера, куда я буду складывать вот такие вот какие-то вещички там по уходу за кожей, за макияжем. Какие-то, может, кремы, маски там отдельно для педикюра будет, отдельно для маникюра будет. В общем, я считаю, что просто, ну, замечательная вещь. Вот эта вместимость 5 литров, она у них считается. В общем, вот такие вот контейнеры я купила. Ну и, конечно же, девочки, перед зимой я купила вот такие вот пакеты, вакуумные, в которые я буду складывать какие-то летние вещи. И посмотрю, как они работают, поскольку тоже вот посмотрела Лены на видео, и мне очень понравилось то, что она показала. Я взяла вот эти вот на пробу, я даже без понятия, какая марка вот во Франции хорошая, плохая, не знаю, не рекомендую, просто показываю, что я взяла. И когда буду делать, я тоже сниму видео на эту тему. Ну и самая моя любимая покупка, может, конечно, для вас всех это будет смешно, это вот такая вот термокружка. Кружка, как не проливайка, как я ее называю, видите, она открывается, закрывается. Дело в том, что часто утром у меня нету времени нормально, спокойно попить кофе дома, и приходится пить кофе в машине. И если вы покупаете его, это надо куда-то заезжать, это надо даже в том Макдональдсе, в этом драйв стоять, ожидать и так далее. А здесь дома, пока я собираюсь, я быстро набрала в эту кружку кофе, тем более, что я пью кофе с молоком, и без кофе я не могу проснуться. И для меня вот это вот просто находка. Я очень рада, что я наконец-то ее купила, давно хотела, и все как-то было не до нее. Так, ну вот такие вот, на этом буду заканчивать. Вот такие вот у меня сегодня женско-дамско-хозяйственные покупочки были. И, ну, думаю, что будет полезное. Может, некоторые вещи у вас тоже нету, и вы посмотрите и тоже задумаетесь над тем, стоит ли купить или нет. Всем спасибо большое, что вы были со мной, и пока-пока!